По горячим следам следователи Березовского отдела Следственного комитета России раскрыли убийство предпринимателя. 24 февраля этого года в поселке Ванзиват Белоярского района был обнаружен труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота. В течение суток удалось установить и задержать мужчину, совершившего преступление. Им оказался 35-летний житель Белоярского района. Он работал на принадлежащей убитому производственной базе. Сейчас по уголовному делу выясняют все обстоятельства, решается вопрос о заключении задержанного под стражу.